Привет, подписчики и коллеги по хобби. Ну что, давненько я ничего не снимал и не выкладывал. В общем, риф живет своей жизнью, я стараюсь как можно меньше в него лазить. Периодически добавляются какие-то коральчики неприхотливые. Появились парочка новых зонтиков, колоустрея появилась, новый фильк, лягушачья икра и хипатус рыба, то есть хирург королевский. В общем, все потихонечку растет. Ну, без очередного апгрейда внепланового, конечно же, не обошлось. В прошлом видеоролике я говорил, что, скорее всего, аквариум будет жить на подменах, потому что заморачиваться с балингом, а уж тем более с кальциевым реактором, мне не хочется, да. Но я немножечко прогадал, потому что мне подарили парочку жестких кораллов, и они неплохо так выросли за это время. Ну, приблизительно раза в 4. Соответственно, они хорошо выели магний, кальций и карбонатку. Не уследил немножечко, пока заказал балинг, пока туда-сюда. В общем, одна акропорка у меня успела облететь. Ну, в принципе, это ничего страшного, потому что я и не планировал содержать акропоры. В лучшем случае это какие-нибудь мантипоры-тарелочки, да, и что-то типа сериотопор, неприхотливый абсолютно. Ну, в общем, так получилось, что я заказал балинг Tropic Marine, дозатор заказал, емкости для раствора балинга. И теперь аквариум у меня будет жить на системе балинга. В общем, как я не хотел этого избежать, но получилось так, что придется дозировать балинг, иначе жесткие кораллы довольно-таки быстро его выедают, и я не успеваю компенсировать эти элементы. Балинг я использую Tropic Marine, потому что, ну, он был доступен, и многие аквариумисты говорят, что он довольно-таки удобный. Все элементы дозируются в равном количестве, замешиваются достаточно просто. То есть вот в таких вот упаковочках три компонента, простая инструкция, что сколько замешать в 5 литрах, сколько мерных ложечек, да. Ну, разберется даже человек, не ведающий в этом. В общем, весьма удобно. Дозатор я взял Jibao с управлением Wi-Fi, чтобы можно было менять дозы, не трогая сам дозатор. Мне это показалось очень удобным. Плюс он у меня удобно очень в тумбе встал. То есть не надо было ни полочки под него огородить, ничего лишнего, то есть не пришлось делать.
В принципе, все потихонечку растет, как бы движется своим чередом в рифе. Как... Я, конечно, немножечко ожидал, что зонты у меня будут пошустрее расти, но растут как растут, в общем. По нитрату и фосфату параметры около нулевые, там нитрата порядка 2 ppm, ну и фосфат 0,03. Для мягких кораллов, конечно, хотелось бы побольше, но пока еще недостаточно рыбы, чтобы оторвать нитрат именно где-то ближе к 5 единицам, а то и к 10. Ну, в принципе, в старом аквариуме я с нитратом боролся. Он у меня иногда достигал и 50 единиц. При этом зонтики как, ну, росли хорошо, да. А здесь они медленно растут, но при этом тоже растут. Саркофитон и вся остальная мехката тоже чувствует себя довольно неплохо. Единственное, что я думаю, свет немножечко мощный получается. Я вроде и светильник уже повыше подвесил, потому что все зонты прижаты к плашкам. Только некоторые вытянуты, и то вытянуты они еще со старого аквариума, да, то есть как были вытянуты, так и остались. А из ЛПС в Клоустрее быстро растет, потому, ну, видимо, из-за баллинга. Мне, допустим, привезли там 2 головы Клоустрее, а через месяц их уже 8. Моя старая Клоустрея фурката, которая двухцветная, ну, тоже уже порядком разрослась. Я думаю, скоро придется ее фраговать. Хотя я даже пока не представляю, как это сделать, чтобы сильно ее не повредив. Потому что она выросла довольно плотным деревцем таким. Ну, что сказать. В общем, все весьма неплохо в этом аквариуме. Я доволен. Свет... Единственное, хочется вот именно светильничек поменять, как представится такая возможность. Сам свет очень классный, Т5 мне нравится, он мягкий, заполняющий, все классно. Но хочется чуть побольше кислоты, которая от диодов, да, и плавные рассветы и закаты. Мне это тоже очень нравилось, а этот светильник просто он включается-выключается, двухканальный, да. Ну, под ним все растет, ну и нормально пока что. Ну, думаю... Надо все-таки откладывать по мере возможности именно на новый свет. К сожалению, сейчас курс валют такой, что с каждым днем все печально. Дозатор прямо на металлокаркас. Он там отлично стоит. Даже полки никакой колхозить не пришлось. Держатели для шланочков еще не пришли, поэтому они просто свисают и подают в возвратный отсек баллинг. Сами емкости установлены за аквариумом, но тоже весьма удобно. То есть рассчитал шланчики такой длины, что он просто вытаскивается вот сюда вот и без проблем наливается новый раствор. Ну, поскольку у меня расход не сильно большой, да, то раз в 1,5-2 месяца, я думаю, я буду заливать, не чаще. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Увидимся в следующих видеороликах. Счастливо! If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with.
I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I looked around enough to know